Здравствуйте! Вы на канале ИТОН ТВ, в эфире программа «Как делать деньги». Я ее ведущий Александр Гурарье. Сегодня мы побеседуем с Максимом Авербухом, директором Института прогнозирования конъюнктуры рынка. Здравствуйте, Максим! Добрый день! Как слышно, как погода в Москве? Погода холодная, минус 5. По нынешним временам это холодно. Ну, для предновогодних дней это не очень холодно, конечно. Но тем не менее. Максим, мы с вами беседуем накануне Нового года, и, естественно, желание как бы подвести некоторые итоги, экономические итоги уходящего года. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, уходящий год с точки зрения экономики, с точки зрения эффективного управления хозяйством был удачный или так себе? Год был не самый удачный, или точнее из самых неудачных. Почему? Во-первых, нефть обратная не отросла. Во-вторых, валовый внутренний продукт у нас из-за этого упал. Инвестиции продолжали сокращаться третий год подряд. Вот. Резко выросла инфляция, что отъела от зарплаты почти 20%, от реальной зарплаты. Соответственно, это не самый удачный в жизни России год, к сожалению. Скажите, я смотрел ваши статьи, ваши прогнозы там, 2014 года. Меня несколько удивило, ну, может быть, насторожило, что вы неоднократно упоминаете, что тот факт, на ваш взгляд, что вот эти неудачи в экономике, те, в том числе вы прогнозировали, что экономика будет развиваться не самым лучшим образом, что они связаны с определенным, ну, скажем так, международным заговором, что это цель, которую поставили себе европейские страны и Соединенные Штаты для того, чтобы... Значит, довести Россию до того состояния, когда можно будет объявить эмбарго и заранее к этому эмбарго подготовиться, чтобы для них самих это не составило никакого серьезного ущерба. Вы сейчас продолжаете придерживаться этой точки зрения? Александр, я изначально еще с марта прошлого года писал, что эмбарго может быть двоякое. Оно может быть формальное, как в свое время было объявлено Ираку после того, как он напал на Кувейт, а может быть неформальное, который будет заключаться в постепенном вытеснении арабскими производителями нефти и, возможно, не ими, только российской нефти и нефтепродуктов с основного российского экспортного рынка из Европы. И последнее, как мы сейчас видим, судя по доносящимся из Роснефти заявлениям, происходит, точнее, начинает происходить. Вот опять же, речь не только о рынке нефти, но и достаточно важном для России рынке газа. Как мы видим, уже... В Польшу приходит первый газовоз из Катара. Ну, вот. Опять же, первые газовозы должны прийти в начале года следующего из США с американским СПГ в Европу. Так что, к сожалению, для нас рынок Европы становится значительно более конкурентным и значительно более жестким. Вот. И позиции, к сожалению, на нем, видимо, придется терять именно крупнейшему игроку, то есть России. Больше того, на рынок со своей нефтью выходит Иран, а тут стоит помнить, что из 700 тысяч баррелей нефти в день, которые экспорта, который потерял Иран в результате эмбарго 2012 года, 400 с лишним тысяч баррелей заместила Россия. И вот эти 400 тысяч баррелей Иран будет стараться отобрать себе обратно. Вот. Это его, так сказать, программа минимум, видимо. Получается немножко нелогично, на мой взгляд. Россия всячески поддерживала отмену санкций против Ирана, ведь, в общем-то, несложно было предположить, что за этим последуют выбросы иранской нефти на международные рынки. То есть зачем было такое лоббирование интересов Ирана? Ну, от России тут много не зависело. На мой взгляд, в данном случае Россия приняла абсолютно правильное решение в соответствии с пословицей «не можешь противостоять, возглавь». По крайней мере, мы ни с кем не сшибались лбами, вот, и мы были в курсе переговоров. Скажите, а что-то положительное в минувшем году, на ваш взгляд, было с экономической точки зрения? Что-то положительное с экономической точки зрения, наверное, было, но сходу сказать трудно, это говорит само за себя. Да, да, весьма красноречиво причем говорит. Да, к сожалению, да. Окей. А что вы ожидаете от года будущего, 2016 год?
кризис будет нарастать? Кризис скорее не то, чтобы будет нарастать лавинообразно, нет, он будет углубляться. И, собственно говоря, что мы увидим? Мы увидим инфляцию, которая будет не 6%, конечно, как планирует наше правительство, а повыше. Это будет минимум 10%. Ну, вот. Мы увидим, возможно, неформально, возможно, Росстат нам этого не покажет, спад номинальных зарплат, потому что субъекты экономики все свои резервы за 2015 год вычерпали и перспектив на 2016 не видят. А основные затраты в экономике, которыми могут играть руководители, это, соответственно, фонд оплаты труда. Ну, вот. То есть мы увидим увеличение безработицы, но в еще большей мере это будет сокращение зарплат. Именно уже дойдет речь до номинальных зарплат. Если раньше у человека была зарплата 35 тысяч, то станет 30 тысяч. Собственно, к этому готовится и наше правительство, маскируя под то, что вводя новую методику с Нового года, вводя в действие новую методику расчета средней заработной платы по стране, ну, вот, предусматривающую включение в расчет средней заработной платы так называемых черных и серых зарплат. Якобы раньше этого не было. И уже наши профсоюзы рассчитали, что по этой методике средняя зарплата снизится с 33 до 29 тысяч рублей. На мой взгляд, это методика маскирует факт простого снижения номинальных зарплат. То есть меняется техника расчета, и таким образом не так страшны будут цифры? Они будут формально обоснованы, будет что сказать людям. Потому ну да, что бывает, кажется, есть ложь, гнусная ложь и статистика. Вот это последний случай. Последний случай. Хорошо. Скажите, вот нефть, на ваш взгляд, будет продолжать снижаться или все-таки она уже достигла своего минимума? Ну, я всегда говорил, что к выборам в США 2016 года нефть должна серьезно упасть. Единственное, что я рассчитывал, что упадет она в 2015 году. Произошло это годом ранее. И, видимо, вот этот год – это именно воздействие, так сказать, крымского фактора. Фактически, я предполагаю, что нефть упала на год раньше моих предположений из-за того, что из-за Крыма. И вот этот год – это реальные санкции Запада против России. То есть мы потеряли больше 100 миллиардов в цене нефти, нефтепродуктов и газа за этот год, за эти 12 месяцев, именно из-за Крыма. И вот эти 100 с лишним миллиардов потери экспортной выручки – это настоящая цена Крыма. Вот. Но все дело идет к выборам США. Обаме, кроме того, что сильно подешевел бензин, кроме того, что США вышли на энергетическую самодостаточность, показать особо больше нечего. Да, можно и ту же самую прекрасную статистику показать, но средний американец, который в экономике смыслит, к сожалению, гораздо больше среднего россиянина, ну, вот, понимает, что если он получил вместо постоянной работы временную, ну, вот, если он работает на ней часов меньше, чем это было до кризиса, то ситуация как-то не слишком улучшилась в стране, что бы там ни рассказывали по телевизору. Ну, вот. Но именно дешевый бензин, ну вот, Обама может показать каждому. Это каждый американец, который ездит на машине, на машинах ездит там практически все, почувствует на своем кармане. Да, но это американская мечта. То есть дешевый бензин – это как бы американский образ жизни. Он, так сказать, отражает все. Все остальное да. Может быть неважно. Вот главное, чтобы был дешевый бензин. Не совсем так. Не то, что все остальное неважно, но если не показать дешевого бензина, то совсем показывать нечего. И на чем тогда демократам выигрывать выборы? Но ведь лично Обама, он как бы не будет баллотироваться. То есть он просто работает сейчас на свою партию? Он работает на свою партию, на свое место в истории. Потому что если Обаму сменит республиканец, то это будет означать то, что американский народ вынес Обаме не зачет за его 8 лет. Угу. Что это были неудачные 8 лет. Понятно. Если американцы после Обамы проголосовали за республиканцев. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, активное вмешательство России в события в Сирии не является ли попыткой в какой-то степени подогреть цены на нефть и таким образом немножко поправить свое положение в экономике? Подогреть цены на нефть может прямое столкновение, серьезно подогреть, значимо для России, вообще для нефтяного рынка, прямое столкновение шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии. То есть двух крупнейших производителей нефти. Отягченный тем, что
большая часть нефти Саудовской Аравии добывается в восточной провинции, населенной шиитами. Но это будет сделать достаточно непросто. Обе страны понимают, что это возможно, обе, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы цены на нефть выросли, но обе понимают, что для них это будет уравновешено спадом экспорта, то есть выгоды получат другие. Но попытаться, конечно, почему бы не попытаться? Почему бы России не попытаться это сделать? Значит, на ваш взгляд, скажите, то есть вот весь проект, который сейчас осуществляется в Сирии, вот эта военная операция, то есть с точки зрения макроэкономики, то есть вмешательство на таком уровне в эти дела, понятно, что требует определенных расходов, причем больших расходов. То есть необходимо спланировать, составить своеобразный бизнес-план, как долго может продолжаться эта операция, то есть есть, наверное, какие-то временные границы. На ваш взгляд, такой бизнес-план существует или как получится? Я думаю, он существовал и был рассчитан на несколько месяцев. Если не считать там, конечно, второй, так сказать, подложки. Возможно, все дело было в том, что изначально предполагалось, что Россия, Иран, заинтересованы Россией в восстановлении контактов с США и с Западом расширенным, Иран в нормальном выходе своей нефти на европейский рынок, более заинтересованы получить какие-то очки в глазах тех же США и Евросоюза. Сделано это, возможно, было именно в Сирии. Каким образом? Сирийская армия была за 4 года гражданской войны, а армия Асада, достаточно потрепана. По военной науке известно, что наступающая сторона теряет гораздо больше в живой силе, чем обороняющаяся. Соответственно, Асад, почему там было долго достаточно равновесие? Потому что армия Асада, она не сильно воевала там с ИГИЛ, она как-то воевала с сирийской оппозицией, но тоже не сильно, потому что в наступлении предполагалось слишком большие потери, которые нечем было возместить. Ну там и вся война может быть отмечена, как дедушка Ленин говорил, шаг вперед, два назад, то есть они там да, остались. Да, именно так. Да, возможно, именно так. И тут появляется Россия, которая предлагает свою военную технику на замещение выбывающей осады и предлагает свою авиацию для бомбардировок оппозиции. Появляется Иран, который предлагает свою живую силу, ну вот, в виде этой гвардии Стражи Исламской Революции и несколько тысяч товарищей из Хизбаллы. Асад под это, естественно, они под это требуют наступления. Асад, получив военную технику и бомбардировки и получив живую силу от Ирана, начинает наступление. Несколько месяцев наступления, которое практически ничего ему не дало, видимо, обошлись значительными потерями для армии Асада. После чего мы видим, судя по сообщениям Рейтер, Иран начал вывод своих вооруженных сил из Сирии, своей живой силы. Ну вот. А Россия подписалась по резолюции Совбеза, устанавливающей сроки фактически для ухода оттуда, чтобы при этом наш МИД не говорил. Асад оказался в итоге в ситуации. Он провел наступление, после чего неудачное наступление, в котором понес большие потери. Армия его и так была перед этим сильно потрепана, именно поэтому он не решался на это наступление. И вдруг один из союзников уходит, а второй союзник в любой момент может тоже уйти. Почему бы нет? Да, но и вот тогда Асад преподносится Западу просто на блюдечке. Да. Но продолжая все-таки экономическую составляющую вот этого конфликта, то есть, ну, в процессе этого конфликта Россия столкнулась с Турцией. То есть понятно, что инцидент с самолетом это, конечно, трагедия, это, конечно, неприятный инцидент, но в принципе все к тому шло. Там же противоречия были гораздо глубже. С экономической точки зрения, вот тот конфликт, который происходит сейчас, конфликт эмбарго на поставку продукции с Турции, соответственно, прекращение взаимных проектов с Турцией, как это скажется на экономике России? То есть это подливает масло в огонь? Ну, на фоне общего экономического спада любые минусы, они приобретают больше вес, чем если бы они появились на фоне роста или даже хотя бы стагнации. Это с одной стороны. С другой стороны, как наши затраты на прямое ведение военных действий в Сирии незначимы на фоне возможности бюджета России или чрезвычайно малозначимы, ну вот, так и, собственно, проблемы с Турцией, они являются проблемами для отдельных отраслей бизнеса, в основном, скажем, туристического, ну вот, который так понес существенный ущерб на осложнении
в Египте, на осложнениях с Египтом. Ну вот. А сама Турция, как бы она, судя по московским рынкам, уже наладила экспорт своих овощей, как якобы азербайджанских. Вот. И фрукты. Это уже вот как раз последние впечатления от московских рынков. Не, ну там были еще поставки запасных частей для автосборочных заводов, как бы это тоже серьезный момент. Решат у нас этот вопрос. Уже столкнулись с ним, уже озвучили его, как-то выведут его из-под санкций. На неделю, две, может, на месяц эти заводы встанут, дальше возобновят работу или найдут замену. То есть это вопросы решаемые. С точки зрения экономики Турции, для них конфликт с Россией серьезная проблема или для них это комариный укол? Это не комариный укол, но и не серьезная проблема. Ну, Турции придется искать где-то замену трети туристического потока, приходящего в эту страну. Как-нибудь они это переживут. С учетом тем более того, что выпал Египет, и тем иностранным туристам, которые раньше ездили погреться на солнышке, а не посмотреть пирамиды в Египет, им тоже где-то надо отдыхать. Ну, соответственно, как-то они эти вопросы решат, ну, заработают поменьше, чем раньше. Ну, все бывает в этой жизни. Хорошо. А скажите, в будущем году, на ваш взгляд, какие-нибудь структурные изменения в российской экономике предвидятся? То есть, как поведет себя рынок? И как поведет себя управляющая компания, если можно так назвать, правительство России? Я вижу структурные изменения в следующем году только в случае, если страну возглавит другой президент. Это, да, естественно, они будут, потому что исключительно под это он и может на досрочных выборах возглавить страну. В ином случае ничего не будет, будет тихое доживание и переживание Обамы. Вот переживем Обаму и посмотрим, кто будет и что будет. А то вдруг там после Обамы нефть вырастет. Там вырастет не на 3-4 доллара, а на 8. Вот. Соответственно, на рынке, ну, рынок будет следовать вслед за ценами на нефть. Соответственно, мы приходим к вопросу прогноза цен на нефть на следующий год. Отсюда мы приходим к вопросу того, что, на мой взгляд, ключ во времени по ценам на нефть на следующий год являются выборы осенние в США в ноябре 2016 года, когда цены на нефть должны показать, видимо, годовой минимум, вот где-то вот вокруг этой даты. Годовой минимум, он вряд ли будет выше текущих цен, то есть это вряд ли это будет выше там, 37 долларов за баррель Брента, скорее он будет чуть ниже. Ну вот, чуть ниже это может быть и 35, и 30, и, наверное, даже 25 в виде такого временного прокола. Ну вот, но временного, после которого цена уйдет вверх, не сильно. Вот, не к 100 уйдет вверх, а к 45 где-нибудь вот так, чтобы компенсировать этот прокол добывающим компаниям, потому что США, они вовсе себе не враги. И даже ради президентских выборов губить они свою сланцевую отрасль не будут. То есть это может быть какой-то краткосрочный временный прокол к низким ценам. А что будет, я сейчас, Александр, я закончу свою мысль, хорошо? Да, конечно. Что будет с ценами на нефть в будущем, причем уже в среднесрочном, покажут следующие за ноябрьскими выборами президента США 12 месяцев. Если за эти 12 месяцев, когда исчезнет политика, ну вот, и когда можно уже будет соблюден политез, что я подразумеваю под политезом, если вы прокололи цены на нефть там до 25 долларов к 4 ноября 2016 года, то вы не можете сделать 4 декабря 2016 года, то есть через месяц их 50. Ну вот, они все равно должны быть какие-то там 25-30. Вот, так вот, если за 12 месяцев следующими за выборами цена на нефть не вырастет там выше 60 долларов за баррель, это значит, что она так и будет держаться где-то в коридоре 40-60, а может и ниже. То есть на ближайший 2016 год рост цен на нефть, на ваш взгляд, не предвидится, и таким образом, значит, ситуация в экономике России будет существенно ухудшаться, потому что в бюджете сколько там заложено? 50, если не ошибаюсь? 50 долларов за баррель Юрлса. 50 долларов за баррель. Угу. Понятно. Да, эта ситуация очень неприятная.
А давайте вернемся к эмбарго. На ваш взгляд, оно уже достигло своего пика, вот это эмбарго, скажем так, негласное эмбарго, то есть формальное эмбарго не объявлялось. На ваш взгляд, могут ли западные страны воспользоваться вот такой ситуацией, в которой Россия, ну, вступает в 2016 год ослабленный, и снижение цен на нефть еще усугубляет эту ослабленность, и все-таки применить эмбарго для того, чтобы добиться уже не просто экономических, но и каких-то политических целей? Ну, пока такая вероятность сохраняется, но, скорее всего, она, тайминг для нее закончится, опять же, в марте 2016 года. Почему? Потому что прямое эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов вызовет существенный цен на нефть прямо в моменте. Соответственно, как было уже сказано, основной момент для цен на нефть – это выборы в США, когда нефть должна быть дешевой. Соответственно, эмбарго этому помешает. Это если до середины марта эмбарго не будет введено, оно может быть введено только в том случае, ему же должны быть какие-то формальные причины для него, а формальной причиной пока может быть только явное невыполнение России своих обязательств по Минску-2. Если это эмбарго до середины марта не будет введен, то его в 2016 году и не будет, именно в 2016. В 2017 там будет смотреть уже другой президент США, у него будут, как решит, так и будет. Но в 2016 его не будет, потому что, предположим, если 10 марта оно введено, несколько месяцев на то, что цена резко взмыла вверх, и на то, чтобы она успокоилась и ушла вниз снова. На поставках иранской нефти, на расширении поставок со стороны Саудовской Аравии, на расширении поставок со стороны Ирака, приходе большой американской нефти в Европу. Вот. Кстати, первый танкер должен прийти уже в январе, насколько я помню. Скажите, США. А не может ли быть таким формальным поводом или вот тем, что смешает вот эти карты, возможный, как предполагают некоторые политологи, все-таки возможный военный конфликт, может быть, ограниченный военный конфликт между Россией и Турцией? Это может быть, например, попытка Турции перекрыть Босфор и Дарданеллы для военных судов. Ну, поводов можно найти очень много. С точки зрения Турции, ну да, через Босфор идет где-то более трети экспорта российских нефтепродуктов. Но теоретически в 2002 году, если не ошибаюсь, Турция значительно ужесточила правила прохода судов через Босфор по экологическим причинам. Больше того, Турция не пропускала в Черное море газовозы с СПГ из того же Катара, аргументируя это для экологии и безопасности Стамбула. Соответственно, это может сыграть и в обратную сторону. Нефть, она, прямо скажем, с точки зрения экологии, гораздо менее экологичный ее разлив, чем идущий в Черное море на борту. В принципе, Турция при желании может сочинить разлив нефти и устроить на Босфоре из любого, условно говоря, проходящего корабля, не обязательно танкера российского. И на этом основании на какое-то время закрыть Босфор для прохода танкеров вообще. Но тут есть достаточно серьезный момент. Если посмотреть на карту, то мы видим, что Босфор – это фактически транзитная точка для грузов, которые идут из России, либо в Россию. Потому что все остальные прилегающие к Черному морю страны – это достаточно небогатые Болгария и Румыния, нищая Молдова, мягко говоря, небогатая Грузия. Все. То есть это не покупатели, это не крупные покупатели импортных грузов и не крупные экспортеры. Фактически порядка 80% трафика – это российский трафик. Перекрытие Босфора для России – это значит взять и перекрыть Босфор как бизнес-проект, приносящий прибыль. России, правда, в этом случае придется туго. То есть тем самым Эрдоган выстрелил себе в ногу. В значительной мере, да, правда, его убытки будут значительно меньше российских. Да, и мы уже поняли, что Эрдоган относится к той категории
руководителей, которые как бы не очень-то обращают внимание на то, выгодно это или невыгодно для его страны с точки зрения экономики. Для него очень важна политическая составляющая, его самомнение, его имперские, так сказать, султанские амбиции и так далее. Я когда говорил про возможный конфликт, я имел в виду перекрытие Босфора и Дарданеллов не только для, может быть, даже не столько для нефтяных танкеров и газовых, и газоперевозящих танкеров, а для военных кораблей, военной флотилии России. Вот это может привести к определенному конфликту. По крайней мере, так считают некоторые политологи. В крайнем случае, я не думаю, что это приведет. Если то, что мы сбили турецкие, то, что турки сбили наш самолет, но вот не привело к военному конфликту, то и перекрытие Босфора для наших военных судов к нему тоже не приведет. Россия всегда пометует. Она и так уже в тяжелой ситуации, цены на нефть упали втрое. Если у нее отрезать еще треть экспорта, то это будет очень сильный удар. А с военной точки зрения Россия просто переключит этот трафик на Балтийское море и дальше вокруг Европы, вот туда же в Сирию. Да, это будет значительно дольше по времени, но это будет где-то месячный разрыв в поставках наших военных в Сирию. И все. Через месяц более-менее это будет налажено. Вокруг Европы и через Гибралтар, Средиземное море и дальше через все море в Сирии. Конечно, маршрут из наших черноморских портов через Босфор в Сирию гораздо ближе, он гораздо лучше. Ну ничего, поплаваем и вокруг Европы. Понятно. Максим Эвербух, директор института прогнозирование конъюнктуры... Не-не-не, я все понял. Секунду, я сейчас перепишу эту концовку. Максим Эвербух, директор Института прогнозирования конъюнктуры рынка. Большое вам спасибо за эту интересную беседу. С наступающим вас Новым годом. И я надеюсь, что все-таки, несмотря на не очень благоприятные экономические прогнозы, Новый год для россиян, ну и для нас, израильтян, будет хорошим, веселым, приятным и по возможности без военных конфликтов. Спасибо.